Всем привет, ребята, сегодня поиграем в Skullball Runway. Ну, я сегодня хочу пройти хоть две концовки, я не знаю. Ну, давайте пройдем хоть одну концовку, потому что у меня мало процентов. Ладно, кстати, тут можно ночь включить. Здорово. Ну, это там неинтересно, короче, его мама наругала, и мы теперь просто начинаем учить уроки. Ну, думаю, вы уже знаете, что как тут делать. Ладно. Первая, самая легкая концовка, это просто получить ремень. Но я вам советую лучше идти к папаше, потому что у него будут самые легкие задания. Ну, это самое легкое задание, а вот у мамы надо чистить. А я люблю. Еще батя может тут сделать свои дела. Батя может встать. Поделать свои дела. Я уже это записываю, не знаю какой раз. Но у меня что-то видео не загружалось. Ок. Боже, фу. Молодец. Теперь быстро уроки учи. О, кстати, это метель от тех же разработчиков. Окей, давайте включим компьютер и отправим папе смс-очку. Ай, ладно, выключу его. Так, выключаем. Давайте включим его. Так. Теперь идем к папочке нашему любимому. Попался! Давай быстро, 20 приседаний. Раз, 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 два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотри мне. Впредь веди себя хорошо. Не, я себя вести нехорошо не буду, потому что мне надо пройти первую концовку. Блин. Ты что, совсем тупой? О май. Первая концовка. Давайте заново. А, это с улицы. Сейчас я попробую разозлить мамку. Для этого... Если честно. Так.
Блин, я случайно закрыл комнату. Давайте начнем заново. Выйти. Окей, давайте заново. Я случайно закрыл дверь. Так. Сюда прячемся. Дети, что ли, балуются? Вроде ничего. 60 FPS. Ща. Так. Давай не отвлекайся. И она пошла поливать цветы. Смотрите, кстати, грамоты. За участие в конкурсе худший ученик. Баллы за предметы математика 0, физика 0, бездельника 100. Грамота бездельника года. Вот так вот. Бедненький, холодненький, бедненький, да? Бедная дружка.
После письма батя, наверное, захочет в туалет. Бубнит. Хорошо, что тут показано то, что папа или мама делают. Вот. Я же говорил, после этого он всегда идет в туалет. Блин, когда батя уже пойдет? Ах ты ж. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Ладно, ребята, вот такой у меня ролик получился. Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.